Скажи мне, ты мне когда-то рассказывал, возвращаясь, как, опять же таки, у нас большой, большой очень, что ты когда-то в игрушке влюбился в девушку, в самой игрушке. Да, это была линейка вторая, Lineage 2. А сейчас какой уровень истории в этом процессе? Это же было давно, 15 лет назад, я даже не представляю, что сейчас из экрана что-то вылазит, что-то тебе делает. Ну там не совсем такая история, ты не совсем правильно помнишь. Там я был девушкой, вот, а он был парнем, он был рыцарем из людей, а я был эльфийка. И когда он мне делал предложение, ну, о браке, мы тогда экспу делим пополам, если брачуемся. Экспу — это что? Ну, экспириенс, то есть мы кого-то там кизёним. И у нас пополам делится экспа. Так вот, в этом случае он мне делал предложение, и у меня слезы наворачивались на глаза. И я не ожидал от себя такой реакции. В игрушке? Да.